Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. Возможно, сегодня вы, как и я, столкнулись с проблемой при выполнении нового задания для доступа в Кортию, а именно задание с именем «Доступ в утробу». Как мне говорили изначально, в тот момент, когда я включил стрим, то оно багнутое и будь к этому готов. Я думал, что меня это все обойдет страной, но оказывается нет. В тот момент, когда мы говорим с мопчиком, он начинает делать в нас Долгий каст 40 секундный. И если после этого каста задание у вас не засчитано, то алгоритм действий довольно-таки прост. Первый пункт поговорить с мопчиком по новой. И он начнет у нас 40 секундный каст вновь. Следующий пункт мы отменяем задание, которое у нас является активным. Доступ к утробу. Кликаем кнопку отмену и соглашаемся. Берем задание по новой. И еще разок говорим с этим мопчиком. Прожимаем выбор диалога. Он начнет у нас каст 40-секундный. По завершению этого каста квест будет считаться выполненным. Как-то так. Это интересный алгоритм и очень, конечно, качественный. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!